вы смотрите канал «Улица Москвы». Продолжаем прогулочки по парку Сокольники. Здесь вот такой вот проезд называется проезд Сокольнического круга, или как назывался до революции, проезд Сокольничьего круга. Круглая по форме улица, от которой в разные стороны отходят лучевые просеки, а также вот песочные аллеи, на которой мы побывали в предыдущем выпуске. Майский просек. А в центре располагаются фонтаны. Фонтанная площадь. Ну, сейчас вот здесь пройдемся немножечко. Естественно, проезд автотранспорта, кроме служебных автомобилей, здесь запрещен. Ну, дабы не портить экологию. Ну вот, кстати, да, лучевой просек первый. Пойдем, наверное, к фонтанчикам посмотрим. Прогуляемся. Так и называется фонтанная площадь. Не знаю, конечно, входит она официально в перечень улиц Москвы, но это не так важно, я думаю. Фонтанчики работают. Вот прямо можно выйти к метро. Там он строит еще станцию большой кольцевой линии. Ну вот мы снова
центральном проезде Сокольнического круга. Только уже с другой стороны. Mm-hmm.